Здравствуйте, с вами Катерина Воронченко. Похоже, втайне от зимы к нам днем стала наведываться весна. Но стоит февралю опомниться, и снова все вернется согласно календарю. И вот что будет уже завтра. На севере днем до 8 градусов, выше нуля будет переменная облачность. Утром и ночью ждем туман, так что будьте осторожны. А вот ночью температура опустится, аж до 6 мороза ожидается. В центральных районах, Тубасарах и Григориополе до 9, выше нуля переменная облачность. Ветер юго-восточный 5-8 метров в секунду, и предстоящей ночью температура опустится до 5 мороза у нас ожидается. На юге ждем до 9 градусов, выше нуля днем, переменная облачность. Утром и ночью на дорогах туман, берегите себя, будьте осторожны. Ночью температура опустится, аж до 5 градусов мороза ожидается. А вот в последующие сутки у нас без осадков и повышение дневной температуры. У меня на этом все, до встречи!